10-й юбилейный фестиваль отличается тем, что в этом году нас поддержали муниципалитеты Тюменской области. Огромное спасибо всем районам и городам юга Тюменской области, которые сегодня подарят впечатление о своей Ухе и эмоции всем гостям фестиваля. А еще в этом году гораздо больше видов Ухи представлено, 14. Апогей – это наверняка подведение итогов и дегустация экспертов Ухи. Они не будут знать, чью уху они дегустируют, выберут самую лучшую, и победитель получит возможность принять участие в одном из российских гастрофестивалей.